CSGO Fast – это один из старейших сайтов индустрии, где вы можете делать ставки на киберспорт, сыграть множество режимов, а также продать свои скины по цене Steam Market и вывести скинами ниже цены маркета. Также по промокоду Rachel Raffles вы получаете бонусный баланс. Вечер добрый. Меня очень сильно раздражает, когда ты смотришь мне в монитор. Просто пизда как. Не смотри в него. Я надеюсь, мы договорились. Давай. Мне дали безумный совет. Хотите, вам о нем расскажу? Я знаю, что хотите, но я не расскажу. Гоу-обзор на новую мышь. Обзор на новую мышь. Старая мышь, только в новом корпусе. Обзор закончился. Как линейка прошла? Пришли, надули шарики. Вот у меня шарики имеются. О. Это вам. В честь нашей бесконечной дружбы. Помню, где-то в классе, по-моему, в 8-м или в 7-м пришел в школу на линейку. А все бабы как-то вымахали, пизда, блядь. Все были минимум на одну бошку выше. Просто кошмар какой-то был. Казалось, что я попал не в свой класс. Но оказывается, это нормально. Оказывается, девки растут быстрее чуть-чуть. На года 2 примерно. Вот и получается, что в 14 они уже ни хера себе, а ты в 14 выглядишь все еще как Олежа, блядь, в 27. Представляете, ту мышку так разъебал, что до сих пор ее найти не можем. Третий день уже ее не видно нигде. Она как будто на атомы расхуячилась. Значит, смотрите, дед пошел во все крайности. Во-первых, обратите внимание вот сюда. Сенсевити поменено. Раньше было 1.65 на 800 DPI, стало 2.0 на 400, что значительно меньше того, что было. Зум сенсевити был 0.97, стал 1.00. Спросишь, зачем? В душе не ебу, бля, с авиком не играю, поэтому мне похуй, пусть один будет. И самое важное, обрати внимание сюда. Моуси акселератион, он. Спросишь, зачем? В душе не ебу, Сантарас так играет, за это тоже так буду. Ладно, давайте попробуем пострелять. О, не, на этой сенсе бить мишени, это вообще, это забей. Эта сенса не создана для того, чтобы бить мишени, мне кажется. Так и не понял, если честно, что дает акселерация. Вообще не понял. Ну, в принципе, и похуй. Что-то додает, наверное, правильно? Тогда, если бы ничего не давало, тогда бы Тогда бы пунктика не было в настройках игры. Ну нет, кстати, для первого раза сразу почти 250, хорошо. Я так и не понял, что такое акселерация. Типа, вот я на одно расстояние двигаю. Вот смотри, вот я на центре, да, держу. Вот я сейчас здесь на коврике в одном расстоянии двину мышь. Вот я повернул, грубо говоря, вот до вот этого места, да? Охуеть! А теперь я быстро это сделаю. До того же самого места. Она, наверное, зависит от... Да, но видишь, от скорости зависит. Чем быстрее, наверное, ты... Чем быстрее рищу ты двигаешь мышцы, тем большее расстояние она пролетает. Хотя, хуй знает. Ускорение курсора. Чем быстрее вы будете перемещать мышцы, тем больше будет скорость движения курсора. Ну вот, мы проверили, как работает акселерация в CSGO. Чем быстрее дергаешь, тем выше сенса. Ну все, я понял. Я быстро не буду дергать. И тогда сенса будет одинаковая, правильно? Дед быстро дергать уже не может. Деду надо, блядь, много времени, чтобы дергать. Роман Вульф мне раскрыл один секрет. Говорят, то, что если включать на ютубе Naruto Vibes, треки из Наруто, которые такие типа человые, тогда ты будешь бить много. И на свое удивление, я вчера набил 27. Правда, на первой игре это все и осталось. Не, результат оставляет желать лучшего, надо потренироваться. Старый, ты таблетки пил? На, спасибо, что напомнил насчет таблеток. Хорошо. Короче, идут по лесу. Иди нахуй, так много букв, пизда, не буду читать. Я тебе что, школьник, что ли? Это тебе надо будет читать. И писать какое-нибудь изложение на эту тему, блядь.
Что за синий член на столе? Во-первых, это не член, блядь. А во-вторых, ты член, ты понял? А чё вы все такие какие-то скучные, блядь? Чё? Как будто вас в школу заставляют идти, ё-моё. Вы чё, гайс? Бля, это такое, такая классная пора, гайс. Вы б знали, нахуй. Пиздючить утром в школу. Просто берешь свой ёбаный портфель, нахуй. На одно плечо. Футбольный мяч на другое плечо. И топаешь. Топаешь, блядь, в школу. Приходишь в нее, там уже твои кенты собрались. Со всеми поздоровался, говоришь, привет, пацаны, нахуй. Они такие говорят, здорово. И вы такие, типа, обсуждаете. Бля, я не сделал домашку. А другие говорят, бля, сегодня такой уебанский день, две математики спаренных, бля. А я, знаешь, самый хуёвый день, две математики спаренных плюс этот, как его, две геометрии спаренных. Уф, это вообще жесть, бля. А вы, батяра, набей 15 и потом скажешь про школу. Я-то набью 15, мэн, блядь. За ваше здоровье, гать. У какого-то школьника спёр.